как делают квашеную капусту на производстве. Прежде всего берут специальные засолочные сорта. Они должны быть сладкие, без горечи. Капусту моют, мелко шинкуют острыми ножами, добавляют к ней рубленную морковь и перемешивают в специальной машине. Затем смесь раскладывают по бочкам и отправляют на засолку. Вода для капусты проходит шестиступенчатую систему очистки. Лимонная, уксусная и другие кислоты уже содержатся в капусте, поэтому в процессе заквашивания у нее получается кислый вкус. Уксус добавляют и дополнительно в качестве консерванта, но совсем немного. Чтобы процесс ферментации шел активнее, на производстве добавляют молочно-кислые бактерии. 24 часа капуста хранится при температуре плюс 19-20 градусов. Затем ее перемещают в холодильник с температурой плюс 2-4 градуса. За созреванием наблюдают технологи. Специалисты умеют отличать созревшую капусту. Она становится хрустящей, рассол прозрачным, а запах сладким. Только созревший продукт отправляется на фасовку. Производительность одной машины по фасовке — 600 банок в час.